Сегодня в Нижнем Новгороде закрылся третий кинофестиваль «Горький фест». Организатор Михаил Пореченков, в гости известные российские киноактеры. В течение недели нижегородцы могли наблюдать показы российских фильмов, в том числе и премьерные на различных городских площадках. А закрытие — Александр Алешин. Президент фестиваля Михаил Пореченков живет в Нижнем Новгороде весь фестиваль, целую неделю. Наверное, поэтому в такой обуви. Всю неделю никуда не отлучался, потому что много организационных вопросов, которые нужно решать сразу по ходу фестиваля, поэтому куда мне уехать? Вы просто в Нижнем как дома. Вы знаете еще почему? Потому что можно показать вашу обувь? Не надо. Я специально надел, потому что выбежал быстрее. Нет, просто гости. Вот в такой обуви, это просто как дома, значит. Вы дома, да, у вас, понимаете? Да, я уже здесь как дома. Уже да. Я еще заехал на Шукшинский фестиваль на Алтае. Ему же сегодня юбилей, 90 лет. Да. Так что вообще здорово, отлично. По Новгороду скучал. Сейчас приехал, еще у вас и погода отличная здесь. И когда едешь, эти виды все видишь. Такой будет немножко выходной, а потом съемки. Ну, у вас напряженный график, потому что к нам только на один вечер приехали, в принципе. Ну как, я еще завтра буду. Я еще завтра до вечера буду. Завтра пойду гулять по городу. У меня намеченная экскурсия. Куда? Я вот выйду, сбегу от всех и пойду, куда глаза глядят, душа, да? А глаза у меня глядят. У нас здесь рядом Евстигнеев, и там актеры все очень любят. Вот здесь вот за углом Евгений Евстигнеев. Нет. Наш земляк Евгений Александрович Евстигнеев. Да, я думал, ресторан, думаю, имени Евстигнеева назвали уже. А я перекусил бы в Евстигнееве, кстати. Вот. Мой любимый актер, я видел на сцене, я учился в школе-студии, и мы пересекались. Мы еще все шутили, что я не знаю, что на дедушку моего похож, но я не похож. Так что, да, молодец. Хорошо, нормально? Отлично. Случайно мимо шли, увидели стопотворение, решили тоже сейчас подойти. Сейчас по Пореченкову пойдем, приставай. А с Куценко уже пристали? Да, сфоткались. Замечательно. Ну-ка. Да. У меня у сестры сегодня день рождения, вот какой подарок ей предоставился. Поздравляем, с кем сфотографировалась, кого видела? С Гошей Куценко. Будь счастлива. Спасибо. Я вот 15 минут в Нижнем Новгороде, а уже такой успех. Вы 2 часа 15 минут. Просто видите время, как быстро бежит в Нижнем. Я съездил уже было набережной, уже мы сделали чек, попели. Вообще, отличная публика, я всех пригласил на вечер. Ждем концерта. Давайте, я распелся, все будет отлично. Мы очень рады этому фестивалю. Особенно мы видим знакомых и любимых наших актеров. Мы просто прям кайфуем сегодня.